Двери Центра дополнительного образования открыты для всех. Ежегодно здесь занимается более 1000 мальчишек и девчонок. И зачастую бывают случаи, когда, придя в Центр дополнительного образования, однажды они остаются в рядах активных и талантливых учеников до самого конца обучения. И неудивительно, ведь учреждение образования дает ребятам те знания и умения, к которым они стремятся. Кроме того, здесь огромный выбор кружков по душе. Ну вот уже 45 лет мы принимаем мальчишек, девчонок, молодежь, учащуюся к нам в объединение по интересам. Кружков у нас очень много, направлений очень много. Это и техническое творчество, и хореография, и пение, и туризм, это изобразительное искусство. И очень-очень много, даже невозможно так, можно сказать, в рамках нашего интервью передать. Я думаю, что все учащиеся города, которые придут в эту неделю в учреждение дополнительного образования, обязательно найдут себе занятия по интересам. Бесспорно, в Центре дополнительного образования ни один ребенок не остается без внимания. Дети могут научиться дизайну одежды, интерьера, рисовать, вышивать и шить, петь и танцевать, играть на гитаре или фортепиано. Можно также развить интеллектуальные способности, освоить игру в шахматы, попробовать себя в фотоискусстве, овладеть английским языком. Стоит прийти и записать своего ребенка. Выписываем на вокал, очень любит петь, стремится к этому, получается. Решили развить ребенка дальше в этом направлении. Мы ходили до подготовки к школе, к школьной программе, нам все понравилось, устраивает. И рядом все. Вот и все. Мы интересуемся очень изобразительным искусством, уже неоднократно посещали все различные кружки. И поэтому Центр всестороннего внешкольного развития как бы показывает себя, результаты очень большие, высокие, с положительной стороны, очень хорошие отзывы у них. Поэтому пришли сюда еще раз попытать счастье. В прошлом году мы не попали. Мне нравится рисовать, я хочу моделистом стать очень сильно. И мне нравится рисовать. В рамках проведения дня открытых дверей у желающих была возможность не только записаться в интересующий их кружок, но и принять участие в мастер-классах. Те, кто записались в кружки Центра дополнительного образования, бесспорно приобретут те знания и умения, которые обязательно пригодятся им в будущем. Может, для кого-то это станет профессией, а для кого-то и вовсе смыслом жизни. А педагогический коллектив учреждения образования, в свою очередь, настроен на то, чтобы дать ребенку эту самую возможность найти дело, которое будет ему нравиться. Сюда дети приходят по своему желанию. Дети от нас уходят уже настолько раскованными, они общительные, не боятся сцены, не боятся выступать, не боятся экзаменов, не боятся будущей жизни. Они принимают участие во всех мероприятиях. Поэтому я считаю, дополнительное образование не менее, может быть, приносит ребенку развитие и результат какой-то, чем и основное образование. Кто еще не успел записать своего ребенка на кружки, двери Центра дополнительного образования детей и молодежи открыты для вас.